И йоу, это больше, чем батл. Москва, сделаем больше шума! Участник слева от меня, назови свое имя. Ермак, молодежь, склад. Шума! Участник справа от меня, назови свое имя. Рецити, Нижний Новгород, лаборатория, склад. Шума! Окей, начинает Ермак. Правильно я понимаю? Окей, Питя, у тебя все готово? Давай, дропай это говно. Первый раунд, шума! Раз, раз, раз. Да, заебись. Салют, Москва! Если парень даун, все идет по плану. Выглядишь, как будто был ночами в исправилке. Но я понимаю, парень, почему ты в лабе? Ведь тебя еблана, блядь, зачали из пробирки. Тебя взяли по блату, как брата, зачитать пару квадратов. Факты понятны, как рапорт, правда, ебаный фарватер. Жами с Йориком тебя привели поставь. Вы ведь вместе целый склад, не одним же им сосать. Как ни пытайся, ты их ниже. Посвятил им пару строк, надеюсь, ты не обижен. Вы ни капли не похожи, прямо рост по коже. Насколько ты ЧСВ, но об этом мы попозже. Выкупай чел, нахуй тебя, ебану так, ты вылетишь вон. Какой-то ебаный хакапельщик мне будет говорить за фоу. Я тупо не знаю, нахуй я дали, мне тебя пару видит влом. Не в баре, ни одной бабе, ты не подарок с таким еблом. Парни слабы склады, дали самого слабого. Ебаный свой страгл, пацан, наставь его сам себе. В тебе нету ничего, чтоб качало всех залами. Я убрал твой чекпоинт, ублюдок, начинай заново. Посмотри на ёбика, этот долбоёб убил какао с жопы Йорика. Да, мы все семья, и я понял вмиг про это. Но вам не поможет даже Доминик Торетто. Риф по весу тут недавно взломал хакер. Долго лазил по компу, чтоб увидеть, что контент. Он кликнул все ячейки и открыл все карты. Каждый, блядь, из них там рецидит, читает рэп. Он послушал все и умер, это было опрометчиво. Из-за тебя ЗБ остался без разведчика. Если б ты слил семья в 18-м весной, Риф по весу бы наградил тебя рыцарским крестом. Свой каждый батл начинает с оправдания. Этот навык ты уже отточил до мастерства. Его увидели геи в компании какой-то дамы. Он такой, мужики, да это была сестра. Тебя батят не за то, ебаный мизантроп. Ведь ты всех и больше весишь, блять, как изотоп. Такой уникальный чел, регалий на три абзаца. Боишь, что все пиздешь, что ты хотел таким казаться. И мне наплевать на эти расстояния судеб. У вас нету ни шанса, пока в зале молодежь. И провести вас в ад, да и настоял без судей. Чтоб не слушать оправдания, когда ты проебешь, сука, пум. Ты не готов к такому, сука, полез ты к нам. Зачем тут пара бачей отправит кому? Типа ты батер, ты в этот дом. Сумеешь так же, ну-ка попробуй, улетишь нахуй. Как это моно хотел попухать, но это потом. А сейчас ты мне объяснишь, почему так жалко. Ты пытаешься найти себе местечко между жанров. Лезешь на биты, дам совет по телу. Если похуй где сосать, возвращайся в акапеллу. Сколько по тим они рисовались, все остатки фэнов скажут плохо тебе пока. Единственный раз, ну когда тобой интересовались. Чё за додик на афише против Ермака? Раунд, раунд. Окей, Москва, чё так тухленько, ёбаный в рот? Давайте сделаем больше шума. Давайте поддержим пацанов, когда они считают. Рецидив. Первый раунд. Шума! Йоу, это Додик с афиши против Ермака, бля. Снова рец в эфире. Наш батл по просмотрам, суки, сразу уронили. Мы должны ебашиться, как псины и поскорбили. Но со мной в паре Ермак, значит слава Украине. Я должен лезть ему под кожу. Жестко доебаться и после плюнуть в рожу. ХВЛ аж впереди, это интересно все же. Ермак из молодежи, батли только с молодежью. Вот это ты оригинальный тип. Батлы с китами, это классный флип. Не батлить годами, пиздатый скилл. Джаби подмигни, если он пиздит, что он вынесет любого здесь по флоу и по тексту. Столько пуши и поддержки, ты, конечно, молодец. Но сегодня долбоебина, ты вышел под известным лапа. В этот не по-детски, мы покажем, кто отец. Реальная история, мне пишет Жора физик. Рец, у нас проблемы, и как бы не обидеть. Касается ивента, Жора, что не так? Нужен топовый соперник, как просил меня Ермак. В итоге сучка согласилась со мной бэтлить. Но пафоса столько, будто ты гроссмейстер. Давай-ка лучше вспомним твой путь, осел. У тебя было три батла с долбоебами и все. Но я же Ермак, у меня конский елдак. Мне нужны только топы-топы. А знаешь, не пошел бы ты в жопу-жопу-жопу. Ты не батловик и вряд ли станешь позже. Я ничего не должен ни тебе, ни молодежи. Ведь я из-за вас лишился главного кейса. Я уже вам подарил Максима Джеймса. Бум! Это PHP, это ЧСВ. Ты Артем Минасян, прикольные дела. В России армянин спиздил нейку хохла. Это просто беда. Но привет, то что делает Ермак, это просто кек. Ты его в принципе толкаете в полный бред. Ты серьезно с тобой батлить, сука, толку нет. Обо мне будут говорить, ведь я знаю текст твоего первого коммента. Братик, я прошу тебя, рецидив, не надо батлить.
Нахуй где троид? Я люблю батл рэп, он того стоит. Артём, оппонент пиздатый для меня. Он прикольный, но его идеи полная хуйня. Нахуй дрил, нахуй фонд, нахуй где троид? Я люблю батл рэп, он того стоит. Ермак, оппонент пиздатый для меня. Он забавный, но его идеи полная хуйня. Рау! Уже бодрее, уже бодрее. Окей, давайте сделаем больше шуму. Питя, у тебя все готово для второго раунда? Окей. Ермак, ты готов? Да, конечно. Вот, уже бодрее, уже бодрее. Мне нравится. Давайте еще больше шуму. Так, клево, клево. Питя, дропай это говно. Второй раунд. Шуму! Еще шуму! Этот чел со сдачи, ладно, только он собрал весь склад. Позвал Йорика и Джамби, это факт, и кто не знал. Объединился силы батлов, ты правитель, как Тристан. Чтоб всем стало понятно, расставим все по местам. Вашему складу несколько лет, но все идет, увы, как-то не так. Твои пацаны были на ВЧП, теперь пошли нормать и бита. Преодоление драпу и стекол, их пулеметы и пули стерты. Бани ебашили дядя, пока ты так остался у истоков. Я, правда, не знаю, какого ты хуя пытаешься выглядеть через студию. Бля, не узнаю секретное оружие, похуй на второй раунд. У меня есть один человек, твой самый лютый хейтер. И он тебе все скажет, блять, Максим ебаш. Кей-кей-кей, сейчас будет. Эй, 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 эй. Да он против всех, парни, вы просто его не знали. Он там батли, типа яры, видит враг, кидает камни. Хотя погоди, как ты так, видно пиздит наш капитан. После батла все наши враги, это теперь наши друзья. Яу. Вспомним критику твою, не считай, неправды я не вру. Цены на суки с нами, там будет Барса на кону. Батл с ними, как дитант, ведь даже им ты проебал. Ему похуй, кто герон, ему похуй, кто с тобой. Я хочу, чтобы в зале кричали, Витя, ты говно. Ему похуй, кто герон, ему похуй, кто с тобой. Я хочу, чтобы в зале кричали, Витя, ты говно. Ему похуй, кто с тобой, ему похуй, кто герон. Я хочу, чтобы в зале кричали, Витя, ты говно. Витя, ты говно. Витя, ты говно, я хочу, чтобы в зале кричали, Витя, ты говно, Витя, ты говно, Витя, ты говно, я хочу, чтобы в зале кричали, Витя, ты говно, Витя, ты говно, Витя, ты говно, я хочу, чтобы кричали, Витя, ты говно, еее, раунд. Витя, респект, с днем рождения, Вить, с прошедшим. Да, Вить, считай, это подарок. Нигер, я считаю, что мой среднестатистический хейтер выглядит примерно так же, поэтому. Окей, ты готов? Два черномазых. Ну что? Не врубай их сейчас, я флипану только разок. Окей. Короче, никакого негатива. Вот. Год назад мне стрельнул помаду ХВЛ гигиеническую. И год меня ебал с этой хуйней. В общем, верни, пожалуйста, ХВЛу. Она новая. А теперь начинаем. Респект. Между прочим, надо использовать гигиеническую помаду, если вы не знали. Ну правда, ну правда. У меня друг использует, и он вполне доволен, да. Окей, Питя, у тебя все готово. Ты уже дропнул это говно. Шуму! Каждый хочет забраться побыстрее на фе, но мне нужно лишь одно — разъебать батл рэп. Мне похуй на ваш фейм и на авторитет. У меня другая цель — разъебать батл рэп. Ты можешь на вершину хоть как лайнер полететь. Мне похуй, шот это под барс или фристайлить на бите. Наплевать, какой проект и какой оппонент. Мне нужно лишь одно — разъебать батл рэп. Я молодежь, склад, это просто one love. Путит бабки нон-стап, йоу, эй. Ну а как же талант? Бог дал, Бог взял, вот так, вот fuck you. Но ты сам, ты понимаешь, Мэнни, это просто бизнес. Тут как и везде решают деньги, но потребность снов не центр. Рост процентов просто пекло, ты не вывезешь в этой культуре, если полный ХУВЛ предлагал мне батл. Но твой босс был мной отвергнутый, босса нахуй, наебать меня решил. Нашел дурака, типа, если верни помаду, я отдам Ермака. Даже в сраном подвале будет каждый под лапой. Мы останемся здесь, пока не станем богами. Сегодня на прицеле молодежный сквад. Это лаба БЧБ, мы ебем Москва. Каждый хочет попраться побыстрее наверх, но мне нужно лишь одно — разъебать батл рэп. Мне похуй на ваш фейм и на авторитет. У меня другая цель — разъебать батл рэп. Ты можешь на вершину хоть как лайнер полететь. Мне похуй, шот это под барс или фристайлить на бите. Наплевать,
Водописи, как считаешь? По-моему, это было круто. Окей, у нас сейчас оценки, Петя, правильно я понимаю? Ну, мы оцениваем шумом, потому что судей у нас нет сегодня. Так, давайте изначально прибавим больше шума, потому что это охуительно был куплет. Шуму! Ну, правда, мне очень понравилось. Не знаю, почему. Так, судей у нас сегодня нет, поэтому давайте решим все-таки шумом, кто победил. Итак, слева у нас Ермак. А справа у нас третий Ди. Опять же слева Ермак. Рецидив. Ну и так как все мы православные люди, давайте третий раз. Только сейчас все собрались, набрали в грудь воздуха, так сказать, да, и решили сами для себя. Я говорю никнейм, вы, соответственно, голосуете. Ермак. Рецидив. Не знаю, как ты, Питя, я нихуя не понял, поэтому это был больше, чем батл. Москва, сделаем больше шума!